Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале Хардкорное прохождение с Михаилом и только. Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы, когда плачут цикады или Хигурасия Нинаку Карани. По счету уже будет серия 32, 32 эпизод. Ну что ж, продолжаются приключения День в Танагасе. Снова, в общем-то, Кейти впутывается в какую-то историю. Довольно неприятно, как было в прошлый раз. Но в прошлый раз, конечно, менее неприятно было. Там он просто слушал истории красоты Такана-сан, и в том числе Тамитаки, о происшествиях, там, убийствах в День в Танагасе каждый год. Здесь же они, конечно, хуже попадут в ситуацию. Прокрадутся в это вот святилище, которое как бы оно и храняется довольно плохо, потому что там замок такой слабенький, конечно, но все равно без разрешения попадают в здание, которое им нельзя попадать. Хоть, конечно, там и нет вообще такого вот жутких вещей всяких скрытых, но все равно. Из-за этого потом они будут как бы из-за этого расплачиваться, но на самом деле там по другой причине будет все это происходить. События, в общем, другие. Не то, что в первой главе были. Так, ну что ж, прямо вовремя я закончу. Перед интересным моментом. Внутри тьма. Хоть глаза выколи, но как только я Такана-сан включил фонарик, я понял, насколько крохотных синях мы оказались. Темно тут у вас. Смотрите, не упадите. Благодарю вас за заботу. Надеемся, вы посторожите дверь. За заботу, за трис. Сейчас сразу вспомнился, это ошибка. Переводите Ведьмака второго. Что ж, закрываюсь. С недоброй усмешкой, словно ей нравилось оставлять снаружи одного Тамитаки-сана, Такана-сан захлопнула дверь. Да-да. Приятно провести время. И только с тяжелым буханием сошли створки, мы оказались полностью отрезаны от внешнего мира, окруженные липкой тьмой. Оставалось только доверить себя фонарю Такана-сан. Не бойся. В нем предусмотрена запасная долгоживущая батарея. Не отключится. Наверное, увидела на моем лице беспокойство. Смутившись, я отвернулся. С другой стороны, была тяжелая дверь, обрамленная старинной резьбой. Похоже, она служит последним препятствием к спрятанному за ней. Думается, в хранилище нарочно выстроили подобные тени. Открывать и закрывать двери поочередно, чтобы снаружи никто не видел принадлежностей фестиваля. Такана-сан строение хранилища восхитило. Все-таки, как здесь темно. О, это же... На стене висел грубо приколоченный распределительный щиток с уходящими от него проводами. Эй, так тут электрощиток есть, что ли? Щелкнул самым большим рубильником, а непроглядно темную комнату озарил свет полумертвой лампочки. Внезапный свет, показавшийся поярче света музыкального аппарата, заставил прищуриться. «Нельзя!» — прикрикнул Шон, сперва стукнув меня по руке и вырубив свет. Опять щелчок, и мы вернулись во тьму, освещаемую только фонариком. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» «Нельзя, Кейтян! Мы же тихо сюда пробираемся, так? Если врубим свет, нас могут заметить!» Такой, что там, ваш мать сама, блин, это... Зараза такая... Явно эхидные. Сама, в общем-то, как бы подтолкнула к этому. Но при этом еще говорит, смогут заметить. Так, не надо было лезть вообще. Шон довольно сильно на меня рассердилась. За что, интересно? Успокоилась, что кто-то за нас заметит, как мы на мгновение включили свет. Не беспокойтесь. Всего-то мгновение. По-взрослому рассудила Такана-сан. Видать, уверена, что сумеет упутаться, ежели нас раскроет. Ну, давайте зайдем. А ну-ка. Ух! Она открыла вторую тяжелую дверь, и оттуда вырвался душный смрад, пахший не только пылью. Вонь как от годами не открывавшейся пыльной кухонной кладовой с примесью запаха рыбного рынка. Не могу писать точнее, но смердило знатно. Во, оказывается. Отзывы показывали, но у помещения неизмеримо больше синей.
Когда Такана-сан подняла фонарик, стало хорошо видно, насколько громадна комната. Ох, у дальней стены стоял идол какого-то божества и грозно смотрел на нарушителей. И грозно смотрел на нарушителей с высоты своего роста. В хилом свете фонарика он выглядел до того могучим, что внушал бессознательный трепет. Да, вот он. Божественный покровитель Хинвензавы, Айсера-сама. Много лучше изображен, чем тот в храме. Айсера-сама. Он бог-защитник Хинвензавы. Он защищает священную землю Хинвензавы от скверны внешнего мира. И он же не спосылает кару на тех, кто попытался осквернить ее дамбой. Я даже не ожидал, что здесь их фестивальных принадлежностей столько. Жаль, правда. Не особенно за ними ухаживают. Грустно, что их состояние оставляет желать лучшего. Во всей мрачной комнате угадывались очертания расставленных на полках, сгрудившихся около стен, свисавших с потолка непонятных предметов. Такана-сан опьянелым взглядом осматривала скрытые в тени предметы, пребывая, похоже, на седьмом небе от счастья, наверное, можно добавить. Немногие вещи похожи на произведения искусства. Я бы сказал, они больше смахивают на инструменты плотника или кузнеца. Такого рода деревянные и железные приспособления переполняли склад. Не желая грубить, но выглядит все весьма-таки скучно. Я ожидал увидеть что-то вроде картин из эпохи Хиян. А эти вещи не особо походят на сокровища нашей культуры. Мое разочарование мигом заметилось. О-о-о. Интересно. Да и не особо толком художествах понимаю. Толк, точнее. Не разумею, честно, чем эти штуки так ценны. Хи-хи. Кейтик, он, похоже, не понимает. Ничего, впрочем, удивительного. Такана-сан достала тетрадь альбом из той бумажной сумки, что висела у нее на плече, и начала ее перелистывать. Кейтикун, позволь рассказать одну древнюю сказку. Из тех, что в этих местах обычны. Если сходишь в библиотеку, то найдешь ее в одной из одобренных советом по делам образования книг. Вы так кажете, да, сказку? Такое чувство ужастик. Шон, правда, глядела неколебимо спокойно. Если она подобна Мион, то верное дело начнет надо мной потешаться, узнав о моем испуге. Тогда стану терпеливо изображать спокойствие. Готов? Хорошо, начинаю. Увидев, что я навострил уши, она стала читать мягким голосом, уподобясь воспитательнице из детского садика. Давным-давно... В далекой горной деревне, давным-давно, в далекой-предалекой галактике шли звездные войны. Наверное, так можно начать. Ладно, давным-давно, в далекой горной деревне было болото. Глубокое-преглубокое болото без дна. Нижним своим концом оно выходило в мир демонов глубоко под землей. И ходили про него слухи, как оно глубже моря, что если проглотит оно тебя, то выпадешь ты в подземном царстве, куда выходило болото без дна. А называлось оно бездною демонов, а не Гафути. И жил там Спарда, заточенный этим Мундусом. Чего? Я, кажется, слышал такое вчера. Жертв топили в бездонном болоте. Неужели речь теперь о том же болоте? Стало быть, история про Хинамидзаву, что ли? Соображаешь. Именно. В ту пору она звалась деревня Нигафути. Деревня Нигафути недобро звучит. Наверное, дело в создаваемом образе. В эпоху Мэйдзи название изменили на нынешнее. Название болота, сливавшегося с миром демонов на Нигафути. И Хинмензава изначально звалась также Нигафути. Жители деревни поклонялись болоту, которое выходило в мир демонов, то бишь ад. Но вот однажды, с дна болота один за другим начали подниматься демоны. Ад хлынул на землю. Народ с тела испугался. Демоны с неистовой яростью обрушились на селян. Последние могли только бояться, только прятаться и дрожать от страха.
А потом появился кто-то и уничтожил демонов. Как ни жаль, но в сказке нет ни персикового мальчика, ни Супермена. А кто такой персиковый мальчик, интересно? Я не знаю. Супермен знаю из DC и комиксов, а вот первый персонаж неизвестен. И поныне. Тогда деревенские объединились и повели им против них борьбу, что ли? И не думай. У них не хватало ни духа, ни силы, чтобы бороться с демонами. Значит, они им оставалось только покинуть деревню. Боюсь, так тоже нельзя. Они слишком любили родную деревню. Они не могли просто так сбежать, потому что ее наводнили демоны. Ну и что тогда сделали-то? Сгибли все до единого? Раз они не могли ни уйти, ни сразиться, им оставалось только ждать и гибели. И когда все наконец отчаялись, с неба сошло божество по имени Аесера-сама. Понятно. Значит, Аесера-сама спустился с небес и победил демонов. Китян, ты настоящий мальчишка. Думаешь, все всегда решается силой? Устыдившись от слов Шиона, примолк. Аесера-сама не жестокий бог, побеждающий врагов битвой. Он добрый и всепрощающий. Могущество спустившегося с небес Аесера-сама, сила всех демонов на подметке бы не сгодилась. Демоны без боя пали перед ним ниц. Аесера-сама велела им вернуться в свой мир, но демоны, зарыдав, отвечали, что вернуться не могут. Даже в мире демонов есть свои жестокие правила. Тех демонов из ада изгнали. Ни в аду, ни на этом свете им не было места, им не было пристанища. Ужасно, конечно, что демоны напали на деревню. Они глубоко раскаивались. В конце концов, деревенские жители начали паниковать к ним сочувствием. И рассудив, сообща, порешили жить вместе с демонами. Я слыхал много сказок, в которых напасть либо изгоняли, либо истребляли. Но чтобы решили жить вместе, такое для меня ново. Согласна. Демонов придумали в качестве воплощения зла. И весьма странно, что с ними решили жить вместе. Когда жители сказали, что принимают их к себе, демоны сперва не поверили своим слухам, а затем разрыдались от счастья, до того были тронуты. Народ из села дал демонам кровь. Благодарные демоны ответили тем, что поделились с жителями своими силами, да тайными знаниями. Аесера сам радовался видеть их в столь приятных взаимоотношениях. Чтобы демоны могли жить с людьми в равноправии, Аесера сам дал им человеческое обличие и сам решил остаться внизу, чтобы вечно присматривать за отношениями двух народов. Здесь жили бок о бок люди, демоны и божество. Я-то думал, что демоны — воплощение зла, которых во что бы то ни стало надо истребить с корнем. Пусть и при посредничестве бога, но чтобы в конце люди мирно зажили с демонами, такое редко услышишь. Что ж, несколько неинтересно. Если бы то была обыкновенная сказка, здесь бы она и окончилась. Но в эпоху Эда ее основательно переправили, так что предание стало много длиннее. В итоге кровь демонов и людей смешалась, различий между ними не стало. Все-таки деревня перемолола демонов, развеяв самую суть. Нет, она не развеялась. Она осталась наполовину. Люди, обладавшие силами, знаниями демонов, перестали подходить под определение простых смертных. Их точнее назвать отшельниками, чародеями. Они понимали, что их сила не от мира сего. Жили в себе в уединении в отдаленных горах, а населявшие долину им поклонялись. От этой истории пошло много сказок. Она как основа основ. Ядро. То есть как основа. В жителях деревни течет кровь демонов. И всеместные сказания основываются на вере в то, что в них действительно течет кровь демонов. С как будто разным видом проговорила Шион. А она, верно, хочет сказать, что в ней самой демоновая кровь. Но чем такое докажешь-то? Может быть, есть какое-то историческое событие, ставшее преданием первоисточником? Ого! Считаешь, что демоны прям
поднялись из болота и зажили вместе с людьми? Ну, вроде того, но не совсем. Упоминая демонов, обычно подразумеваешь детских адских созданий. Однако ж в древней Японии демонами не всегда называли тварей из ада. Сравнительно распространено мнение о чужеземных моряках. У японских берегов терпел крушение корабль из западных стран. Спасшихся с него людей называли демонами, так как те слишком отличались внешностью от японцев, в кавычках их демонами. Если азиаты еще как-то смахивали на японцев, то западные моряки выделялись и сложением, и лицом, и цветом кожи. Красные демоны, синие демоны. Возможно, так называли людей Запада. Бледная кожа народов Запада становится багровой под воздействием солнца. От проступающих вен она может казаться синей. Иностранцев, которых убросило на берег Японии, подвергали гонениям, окрещая демонами. Ради своего выживания тем приходилось убегать в горы, затем разбойниками нападать на деревни, попытки себя прокормить. Как я рассуждаю? Надеюсь, не слишком по-детски. Они выглядели так, будто вот-вот расхохочутся над моей высосанной из пальца догадкой. Я был уж сам приготовился самоуничижающе последовать их примеру. Но так Кана-сан потешаться не стала. Смеяться тут не на чем. Кое-кто именно так и считает. Однако точно не знает никто. Были ли они разбойники чужеземцы, или все-таки поднявшиеся из глубин земли демоны? Тогда, Такано-сан, во что верите вы? Мне точное знание не надобно. Предпочитаю верить захватывающей сказке. Так ведь интереснее, правда? Слегка подивился ее ответу мечтательница. Думал, что уж она-то не верит вымыслам. Как бы то ни было, дальше начинается самое увлекательное. Такано-сан остановилась, недоуменно нахмурившись. «Угу». Шон оглядывалась кругом, чем-то встревоженная. Сам осмотрелся. Нет ли чего необычного? «Хм? Шон, в чем дело?» «Извините, прошу не обращать внимания». Она сделала вид, будто ничего не случилось. Видя, что ничего не произошло, Такано-сан прочистила горло и заговорила дальше. Я уже говорила, что жителям деревни наполовину досталась кровь демонов. Так вот, говорят, что кровь-то на самом деле кровь демонов-людоедов. Что? Демонов-людоедов? Как-то вдруг страшно стало. И по сейчас в деревенских жителях натечет эта кровь. И временами она пробуждается. Такой, в общем-то, злорадной улыбкой такой рассказывает историю. Ну вот, не успела сказка закончиться счастливым концом, в котором люди с демонами зажили вместе, как тут же превратилась в кровавый ужастик. Так как они демоны-людоеды, раз в несколько десятилетий они алкают человеческой плоти, но своих односельчан им поедать не дозволено. А потому они ходят в другую деревню, чтобы произвести аникакуси. Что такое аникакуси? Проще говоря, похищение демонами. Жители Анигафути шли в другую деревню и силком забирали оттуда несчастных, чтобы принести в жертву. Такано-сан объяснила так обыденно, но насколько же страшно такое представить. Они теряли рассудок и становились демонами в буквальном смысле, а затем нападали на деревни нечистого внешнего мира и похищали оттуда людей, чтобы пожрать их живьем. Но ничем не отличались от настоящих демонов. А Ясира-сама чего-то? Он же вроде остался присматривать за ними. Все шло по благословению Ясира-сама, конечно же. Поэтому Аникакуси происходило не беспорядочно, а только, как понимаю, с теми, кого божество выбрало в жертвы. Почти всегда их похищали одного или двух. Деревня, где человек сожительствует с нелюдьми.
Такая хорошая и добрая сказка, но вывернешь ее наизнанку, как фотографический негатив, и на передний план выходит болезненное уродство. Ночь жертвоприношения проводили обряд в Танагасе, дабы всласть отпировать несчастную жертву. Несчастную жертвой. Ватанагаси. Сегодняшний фестиваль тоже зовется Ватанагаси. И в моем сознании сегодняшний радостный фестиваль никак не вяжется со страшным рассказом Такана-сан. Ватанагаси, он же вроде как праздник в честь старых футонов, гревших нас в зимнее время. Китян, помнишь другое значение слова «вата»? Внутренности? Пронесла доселе помалкивавшая Шион. «Вата? Ах, ну да, так называют рыбьи кишки. Что?» Сегодняшнее веселое празднество и безобразный нелепый рассказ вдруг со слышимым щелчком соединились целыми кусками мозаики. «Фестиваль плывущих внутренностей?» Никогда ранее название фестиваля не звучало так ужасающе. «Именно. Верно представил Мейбара-кун. Теперь он всего лишь летний фестиваль, рано проводимый в июне, но прежде он шел иначе. Проводившийся тут ту же ночь, когда похищали жертв, отвратительное пиршество людоедов. Вранье! Доказательства ее неправоты нет. И все же я не смог сказать иного. Мейбара-кун, ты ведь сам только-только сказал, что фестиваль хлопков корабликов в дань уважения футонам. Знаешь ли ты, что изображает спальный матрас, набитый ватой? Футон и есть футон, так ведь? Сам себе и постилка, и одеяло. Внутри него спят. Что еще он может изображать-то? Изо всех своих сил отбиваюсь от жуткого Ватанагаси Такана-сан. И все же сердце смысл ее слов понимает прекрасно. Набитый ватой спальный матрас. Если под набивкой правда понимается внутренности, кое именно вид живот, значит набитый ватой футон это изображает именно человека. Вспомни священные пляски, исполнявшиеся Рикотян. Что Рикотян показывала? Догадываешься? Не догадываюсь. Мне тем более даже досмотреть-то ее не дали. Не шуми, Китян. Щипнув меня за руку, Шон шептом напомнила, что здесь не место для громкой речи. Но я никак не мог успокоиться. Фестивальная мотыга Рикитян? Ты, может, и так уже понял, но такой мотыгой обрабатывают не поля. Ее предназначение – спарывать животы. Я не досмотрел выступление, поэтому не мог знать, что потом делали Рикитян-то. Так она сам любезно разъяснила мне ход выступления до мельчайших подробностей. Говоря просто и понятно, Рикотян бьет мотыгой по сложенным на помосте матрасам, спарывает их и вытягивает из них набивку, после чего каждый берет по кусочку ваты и пускает его в реку. Собственно, весь обряд. Грубо говоря, это как устраивать зрелище из освежевания рыбы, чем просто выкидывать лишнее в мусорную корзину. Вот и весь обряд. Потом, наверное, каждый получал по куску мяса и весело его уплетал. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Так она сам радостно хихикнула, и отчего-то я почувствовал неодолимое отвращение. В каждую школьную перемену Рикотян до седьмого пота готовилась к фестивалю с клатушкой для моти. Она изо всех сил старалась, но так она сам плевать хотела. А она так старалась ради сегодняшней ночи. Такана-сан, будьте добры, убирайте слова. Китян простосердечен, так просьба над ним не тешится. Только я собирался гневно разораться, как Шион опередила. Похоже, Шион понимала, каково мне пришлось от сказанного Такана-сан. Прошу прощения. Подумалось, раз ты мальчик, тебе понравится жуткий рассказ. Такана-сан с невинным видом попросила, усмехнувшись, прощения. Услышав о фестивале с такой стороны, думаю, Китян теперь можешь представить, что хранится тут в Сайгудене. Взгляни-ка. Шион указала на стену, освещенную слабым светом от фонаря. На ней, развешаны, казавшиеся недавно скучными и ничем не примечательными,
Обрядовые принадлежности. Ох, я не понимала, чем нужны инструменты такой незатейливой формы. Но вдруг она обрела смысл и заставила охнуть. Сперва эти показались мне инструментами плотника, такими же, как долот и рубанок. Но, ежели припомнить, где-то их изображение видел. Верно, учебник японской истории. Да, там, где говорилось о новом учебнике анатомии. Вот именно. Подобные инструменты описываются в настоящих немецких учебниках медицины. То не инструментарий плотника. Эти причудливые штуковины служили для вскрытий. В погоне за искусством врачевания западных стран, как все знают, период Эда вскрытия преступников проводили прямо на месте казни. И в какой-то книжке, то ли сам взял почитать, то ли задали, я видел подробные изображения используемых при том инструментов. Те, что висят на стене, выглядят ровно так же. А если сказать пострашнее, они кухонные принадлежности. Хе-хе-хе-хе-хе. Так Анна-сан прошла к стене со своим единственным источником света. И так как источник единственный, то, что бы я там ни думал, пришлось таки пойти за ней следом. Глядите. Фонарик Такана-сан освещал моток цепи, кидающий от одного взгляда на нее в дрожь. Сама по себе цепь ничем особенным не выделялась, но завершалась она железным кольцом с прикрепленной к нему петлей, живо вызывая мозгов вид прикованного ей человека. «Кетя, это...» Хлопнув меня по плечу, Шон показал на явно сделанное из человеческого тела стол с оковами человечего. Спину пробрало холодом. Спину пробрало холодом от ударившей в нее крови, превратившейся в ледяную патоку. В столу Хита крепились бесчисленные цепи до кольца, крепились так, чтобы сковать каждый сустав. И стол стоял, как будто распахнув объятия следующей жертве. Возможно, это разделочный стол. Видимо, на нем распинали жертву, а затем и готовили. Как леденяще звучит разделочный стол. Пригляделся поближе, и правда, видны потемневшие царапины от чего-то вроде ножей или пил. Отметины очевидные некуда показывают, что стол многократно использовался. Они доказательство того, что стол не выставочный, а использовался по своему истинному предназначению. Представил, каково оскованному на том столе. Черт, он бы ничем шевельнуться не смог. Шевельнуть не смог. Да. И вот его беззащитный живот вырезались вон те висящие на стене огромные штуки. Взрезали его, да вытягивали кишечник. Мне, конечно, рассказывали. Но вот тогда. Хотя снаружи Шион казывала, знает о общих чертах, что тут внутри. Похоже, она такого не ожидала. Есть еще много чего. А? Поувлекательнее музей восковой фигуры, верно? Так она сама мечтательно улыбалась, как ребенок, попавшись в магазин игрушек по первому разу. Не пойму. Попросту не пойму хода мышления Исии Такана Мию-сан. И правда, до того интересны всякие странные дикие штуки? Мне лично нет. Скажу по правде. Мне жутко. Только кое-что меня пугает еще сильнее. А именно, сама Такана-сан. Что если ей взбредет, а ведь он и так светит едва-едва, внезапно выключить свой фонарь? А что там во внезапно навалившейся темноте может со мной случиться, ни малейшего представления не имею. А потому жутко боюсь. Как бы то ни было, жутко уже само то, что единственный фонарь у Такана-сан. Тут я заметил, что он держится за подлом моей майки. Мешало ходить, но я не вырывался. Так появляется хоть какое-то чувство, что кто-то со мной заодно. Я и половину комнаты не прошел, а воздух, обвивающий кожу, стал совершенно иным. По стенам хранилища упорядоченно развешаны ужасные снасти. Одни омерзительные приспособления, сковывавшие жертву. Другие орудия для ее же вскрытия и готовки. И это лишь те, о предназначении которых я сумел догадаться. А есть еще множество подозрительно
выглядящих предметов, о которых я даже не представляю, для чего те использовались. Я только знаю, что их применяли для чего-то ужасного, и ничего больше знать не хочу. Ни капельки они не похожи на японский меч, но знаю точно, ими также убивают. Если чему-то назначено убивать, то ясен пень, оно делается именно для убийства. Яснее ясного, если на ком-то его применяют, этот тот и умрет. Однако здесь орудия другие. Тут есть орудия для кромсания, раздавливания, поджаривания, кипячения и растирания тел порошок. Они орудия пыток. Они сделаны не для убийства. Жертва умирает лишь в конце пытки. А может и вовсе не умирает. Ладно, если жертва погибнет в ходе страшного обряда, но если ей не дадут погибнуть, если ее оставляют жить, какая же, наверное, адская жизнь ждет ее с той поры? Тут я понял всем телом, насколько страшна и отвратна такая возможность. Между прочим, если работать умело, можно и довольно долго пытать, все же сохранив жертве жизнь. Так она сам пугающе хмыльнулась, будто прочитав мои мысли. Известно, видимо, в стародавние времена любили жечь на кострах. Однако в костре смерть не наступает почти мгновенно. При сильных ожогах по всей поверхности тела организм забивают вредоносные продукты сгорания, что ухудшается резким приступом боли. Хотя, конечно, это куда более жестокая, долгая казнь, чем, например, гильотина. Отчего-то та разъясняла ее со врачебной тщательностью. Ну, наша медсестра все-таки, поэтому, наверное, нравятся такие вещи, блин. Хрен знает, почему. Я просто она больная на голову. Шон тут же пояснила. Понимаешь ли, Такано-сан медсестра, но мы только уже до этого уже знали. В первой главе, в том числе. Похоже, разговор о том, что нет ничего страшнее врачебного истолкования, действительно правда. Кстати, в Древнем Риме был такой способ казни, как поджаривание заживо. Такой же принцип, как жаровывание с решеткой. Да, стейк, гриль готовим, мясо. Жесть какая-то вообще. Никак не укладывается с этим, вот обычно. Вы хотите как представить, в том числе, как вот жарить, не знаю, мясо, тоже можешь представить. Бедные до этого были коровки, свиньи, которых убивали. Жестоко. Или нет даже. Или даже как бы с милосердием. Осужденного клали в плоскую клетку из прутьев и без лишней спешки поджаривали ее на углях. Очень, кстати, ярко припомнился летний лагерь, куда я ходил вместе с семьей. И вот что. Почему-то при такой казни быстро не умирали. Прочитанной мною книге написано, что жертвы поджаривались до бронзовой корочки целые сутки, но на утро все так же оставались в сознании, притом свободно могли говорить. Целые сутки обжариваться на углях и все-таки сохранить сознание? Время казни служили потехой, потому в основном старались придумывать способы, которые продлевали бы муки. Да, смотреть на это, и при этом смотреть на это как-то можно, я не знаю, вот вообще. Да. Там странное увлечение. Хотя там в Риме-то гладиаторские бои устраивали в том числе. Тоже, в общем, любили смотреть на эти вот мучения этих гладиаторов. И потом даже когда решали тем самым судьбу этого проигравшего, помнится, где-то там что-то в учебнике читал, или просто где-то читал. И в тех же фильмах показывали, помнится, когда проигравшему эти зрители устраивали там лотерею, такую, в общем-то, вроде лотерею. Решали за него, в общем-то, его судьбу, то есть там, убить его или помиловать. Да, этому гладиатору приходилось такие, в общем, муки вытерпевать перед ожиданиями своей участи, проигравшему-то. Еще одна. Осужденному вскрывали живот и вытаскивали подвесным крюком внутренности, как сосиски, а затем подвешивали на всеобщее посмешище. Шон прилепилась к моей спине, сжимая зубами майку. Не только из-за спуга, но и она пытается уберечь желудок. А, да. После такого услышанного, конечно, не знаю, как вообще можно не стошнить. Думаешь, как только внутренности выдраны, тут и каюк жертве. Только понимаешь, их вытаскивали плавно, бережно. Вполне возможно выдрать кишечник так, чтобы жертва оставалась в полном сознании. В животе ощутилось нечто неприятное. Так она сам всего-то смотрит, но как будто выдирает из меня внутренности одним взглядом.
Так есть такая улыбочка такая, прям при этом. Впрочем, не было никакой нужды выдирать их крюком. Временами живот попросту разрывали, а внутренности свирепо выдирались и раскидывались. Способен представить такую страшную казнь. Тебя казнят, а ты все видишь и не понимаешь. Наверное, подобное куда более жутко, чем больно. Она говорила с таким увлеченным видом, словно видела все где-нибудь в поездке на отпуске. И может, сама все это в прошлой жизни вытворяла, поэтому помнит. Сама была живодером в прошлой жизни. И вот это тоже. Шел несколько раз нервно сглотнула под самым ухом. Любопытно, был ли это Ватанагасия Хинамидзава, то есть Анигафути, таким же. Но, если прослушаться, слышите ли? Мне сильно хотелось ничего не слышать. И все же почему-то именно и сейчас я не мог заглушить странные звуки, которые даже и слышно-то быть не должно. И че? Какие звуки? Убедившись, что полностью запугал меня и Шон, так она улыбнулась, теперь мягко и успокаивающе. Ну что, все закончила? Развернувшись, она пошла прочь, приподнявшая фонарь. Вместе с Такано-сан от нас ударяется свет. Как бы ни боялись небо яда Шион, но иного выбора, кроме как ходить по хранилищу за Такано-сан, у нас не оставалось. Ну что, закончится эта история, наконец-то. Пожалуй, повидали мы практически все. Ага. Увлекательно, не правда ли? С такими словами она высоко подняла фонарь в центре комнаты. Светлее не стало, только вот от чего-то кажется, будто бы отсюда видны все страшные инструменты. Китян со сверху, заикаясь, что он ухватил меня за ворот. Ох. В темноте я не замечал. С потолка тоже свисал полно всякой хрени. Хотя видел я только железные прутья, понял сразу. То клетки. И к тому же очень малоразмерные клетки. Совсем как гробы, такие тесные, что я один поместится еле-еле. Если кого-то в такой запереть, не в них не запирают. Они предназначены ограничивать перемещение устройства, замуровывающие между прутьями. Всех размеров, различнейших очертаний, с потолка свисали клетки. И они хорошо напомнили о рассказанном Такано-сан способе казни, когда жарят заживо. Мы не просто находились в кольце жутких устройств. Они висели над нами, на потолке. Подобных клеток много в упоминаниях о европейских пыточных приспособлениях. Не ожидал увидеть их и в Японии. Кетян, там внутри ничего нет. Там человек? Мумия? Где? Шон тыкал в сторону одной из бесчисленных клеток, но я что-то не совсем понял, какой именно. Да и кроме того, такой темноте хрен изглядишь, правда ли там что-то внутри. Я ничего не вижу. Точно не померещилось. Шон растерянно похлопал глазами. Сама теперь не знаю наверняка, однако похоже, что при своих словах она остается. Что ж, мой баракун, убедился ли ты, что Хинамидзаве проводились такие ужасающие обряды? Да уж, еще бы. Живу, повидав эти штуки, и отрицать я уже не могу. Ну что, уйдем наконец отсюда. Все-таки даже в Европе с ее прекрасной природой и обычаями в так называемые темные века средневековья прошел жестокий ураган охоты на ведьм. Хорошо известно, как много там родилось ужасных пыток и способов казни. Также и в Японии. Бывало ли, людей мучили за их вероисповедание? И в Хинамидзаве так тоже бывало. История ничего больше. Как стали давние истории и охоты на ведьм в Европе, так теперь-то ничего такого ненормального больше не происходит. Так и в Хинамидзаве. Как были темные века в средневековье, так и в Хинамидзаве было темное время. Я так считаю. Пусть и происходили в Хинамидзаве жуткие дела. Они в прошлом.
и никак не относится к ныне живущим Хинамидзаве. А ты любишь Хинамидзаву, Мибаракун? Не насмехаясь, Такано-сан улыбнулся мне. И все же Такано-сан хочет узнать, сохранились ли на самом деле эти обычаи до сих пор. Так ведь? Шон задала дерзкий вопрос, и сердце подпрыгнуло. Те ненормальные обычаи дожили до сего века? Только между нами, хорошо? Шон Тян понимающая, поэтому ей я рассказала, но не хочу, чтобы услышал кто-то другой из деревни. Иначе меня, скорее всего, проклянут. Ой, как у Худа побьют. Она едва ли не с вожделением усмехнулась бесовской усмешкой. Мейбаракун, умеешь хранить тайну? Ведь если кто-то узнает, меня или Айсер сам проклянет, или принесет ему жертву. Если проклятие, то как интересно, меня убьют. А если пронесут жертву, утопят ли меня живьем в болоте, а не Гафути? Ах да, сегодня же как раз ночь, когда Айсер сам проклинает врагов своих. Лицо Такано-сан с каждым словом продвигалось, в конце концов практически коснувшись моего. Она как будто хотела стать жертвой проклятия, будь выбор за ней. Едва так не говорила. Такано-сан снова достал из бумажной сумки порядком потрепанную тетрадь и стала ее перелистывать. В тетради вырезки статей документов с многочисленными пояснениями. Почерк плотный, мелкий, не разберешь, что там написано с беглого взгляда. Вот бы прочесть подлинный номер газеты Национальной парламентской библиотеки. Вот, гляди. Какая-то вырезанная статья мелкими буквами. Как на других страницах, с беглого взгляда я ничего не понял. События подлинные. Случилось под конец эпохи Мэйдзи. В деревне Нигафути нашли тело зверски убитого человека, не подлежащего опознанию. Вырезка статьи доказывала, что ее рассказ не сказка, не простые слухи. Так как маловероятно, что полицейские архивы того времени дожили до наших дней, следующая основывается на рассказах по памяти. Все же пусть разобрать что-то нелегко вполне соответствует вырезке старой газеты из эпохи Мэйдзи. Жертва убиена неслыханную свирепостью. Дело бесовских лап. Четкость статьи соответствовала перепечатке. Однако необычная напряженность слов передалась легко. Под конец эпохи Мэйдзи бывшей деревни Анигафути нашли убитого. Тело не смогли опознать. Или, вернее, оно выглядело так, что его не опознал бы никто. Ему не доставало головы, а конечности были отрублены. Кожный покров с тела сняли, повсюду винились следы жесточайших пыток. Мало того, живот спорот неким режущим предметом, и все внутренности вытащены. Полиция немедленно начала расследование, но не смогла опознать даже труп. Что уж там говорить о преступнике, и расследование застопорилось. Понимаешь ли, что подобное значит? Такой страх я представлять не могу и не хочу. Впервые в жизни порадовался всему плохому воображению. Жертву запытали до смерти, еще при жизни сняв кожу. Автор статьи полагает, что после смерти мертвому спороли живот и расчленили. Вероятно, чтобы ему пришлось плохо и после смерти. Но вот я считаю, что все до последнего над ним провели при жизни. А как по-твоему, Мейбаракун? За каждой жестокостью она говорит о еще большей жестокости. Мозг давно перегорел, и представлять их я больше не мог. Отвел взгляд от нее, но повсюду глаз натыкался на окружавшие нас предметы причудливых очертаний. Кстати, тот мертвец из конца эпохи Мэйдзи, можно ли его в точности повторить, воспользовавшись тутошними устройствами? Не хочу верить, не хочу признавать, что здесь по правде творилось что-то настолько жуткое. Но казалось, будто скрутившиеся тут жуткие и странные штуки беззвучно хохотали над моим тайным желанием поскорее от них убежать. И к чему вы привели это ужасное преступление? Автор считает, что жуткие обычаи о Нигафутях сохранились и после эпохи Мэйдзи. Сохранились едва ли не до начала эры Сёва включительно. Жертву вроде бы убили после мучительных пыток, а она считает, что на деле то были остатки жертвы людоедов. Обедки с их праздничного стола, что ли? Сам рассказ выглядит полным бредом.
Уж не продолжение ли это той старой сказки? Однако эпоха Мэйзи окончилась не так уж давно, чтобы стать древней сказкой. Как-никак, до сих пор есть настоящие газетные вырезки того времени. Но пускай оно было, это же прошлое. Эпоха Мэйзи уже почти целых 100 лет как прошла. Не совсем. Всего лишь 100 лет. Кроме того, уже после начала правления Сёва. Тот случай как раз после войны. Случай с консервированным человечиной. Консервированной. Ох, прошу прощения. Про то ведь нельзя говорить. Неожиданно Такана-сан замолчала и внимательно посмотрела на Шион. Шион едва заметно перекривилась, но тут же приняла обычный вид. А? Такана-сан, что вы сказали? Что за консервированный человек? И тут как скрипнет! Мы в испуге обернулись. Кто приоткрывал дверь, то Митаки-сан. Ахахахахаха, испугались? О, Дира-сан, нам тоже стало немоготу ждать. И вы решили глянуть? У нас тут сокровищница прелестнейших пыточных приспособлений. Воспользуюсь правом отклонить приглашение. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я не очень перевариваю такое. Такана-сан приглушенно захохотала, словно высмеивая его пугливость. Ну да ладно. Пляска закончилась, народ спускается к реке. Фестиваль завершится с минуты на минуту. Ах, как жаль. И прямо-таки заговорилась. Ведь мой барак, он такой хороший слушатель. Лучше бы вы мне так не отзывались. Подождете снаружи, Зира-сан. Сделаю несколько снимков. Взять бы отсюда с собой что-нибудь. Да вот нельзя. Такана-сан достала из той же сумочки фотоаппарат и начала беспрестанно щелкать светотвором. Веселилась, как на охоте за сокровищами с ограниченным временем. А? Уходишь, Кетикон? Достаточно нагляделся. Нам хватит, верно, что... Пойдем. Нужно подышать свежим воздухом. Согласна. Пошли. Как-то неудобно мне оставлять Такана-сан одну в темноте. Хотя, сдается, Такана-сан пострашнее любых прячущихся там злых духов. Да, это уж точно. Это уж точно, согласен. На 100%. Какая бы подстроенная тварь ей не явилась, Такана-сан лишь радостно бы сняла ту на карточку. Похоже, что он по непочтительности мыслей от меня не отстает. Взглянув друг на друга, мы слегка усмехнулись и пошли наружу, оставляя Такана-сан щелкать вышкой в хранилище. Ой, ну наконец-то. Похоже, все спустились к реке. Праздничный шум толпы очень далек. В пустынном безразличном лесу раздавались освежающие цвирканье ночных насекомых. Как оно? Понравилось? Очень. Спросила смешливо, хихикнув Тамитаки-сан. Наш бедный вид отвечал ему без нужды во словах. «Лучше бы я с вами сторожить оставался, Тамитаки-сан». «Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Безудержный смех Тамитаки-сана, у которого аж бока заболели, прогнал все мрачные мысли. «А ты как, Шунутян? Забоялась?» Я заранее готовилась, чтобы не испугаться. «Но на деле они впечатляют больше». Шон говорил так, будто вовсе не испугалась. Вообще-то, Шон боялась до смерти, но мне замечать не делал, я теперь пугался куда больше. Постепенно сердце и пляск зубов успокоились от вида душевно посмеивающегося Митаки-сана. А так она сам достаточно взросла себя вела-то. А то, видите ли, она иногда совсем как ребенок. Небось, аж до одной ножки скакала при виде этакой-то горы сокровищ. Она случаем не сестра Рены, а то Рена тоже прыгает от сокровищ, когда приходит на гору сокровищ, первый главе проходил, точнее. Видимо, они родные и сестры. И, в общем, это Такана-сан и Рена, нет? В ответ мы с Шион засмеялись. Ладно, если она просто смотрит, боюсь, как бы она ничего не унесла украдкой или не поломала ненароком. Ох, а такое вполне может быть. Она там сейчас одна. Возьмет она и спрячет что-нибудь маленькое в сумчонку. Ахахахахаха, угу, она может. Шон согласилась. Она точно ничего не сломала-то, а? Слышал, там кто-то прыгает. Бух-бух. Ой, беспокоюсь.
Извиняюсь, у меня закончилась пленка. Дзира-сан, поделитесь своей, коли есть. Как раз, когда мы заговорили о Такано-сан, она вдруг явилась перед нами, чего не ждал никто. Тамитаки-сан беззаботно улыбнулся, не выдавая ничем потрясения. По-настоящему взрелый. Ха-ха-ха-ха. Свободной пленки нет у меня. Нету и меня. Прошу прощения. Прошу извинить, точнее. Что же вы, как вы получите пулитцеровскую премию, коль не будете всегда при запасной пленке? Ладно, ничего не поделаешь. Тамитаки-сан еще на почесал затылок. Раз пленки нету, поделать нечего. Такано-сан все же махнула на съемке рукой. Мы проверились. Точно не оставили чего-либо внутри-то. После чего Тамитаки-сан закрыл дверь и поднял тяжелый на вид замок. Да, неисправный. Такано-сан, вы, конечно, ничегошеньки оттуда не взяли. Прошу прощения. Я не настолько ребенок. Лязнула. Замок вновь повис на двери. Посмотришь на издалека, словно никто и не вломился. Отлично. Пойдем и мы к речке. А то зачем приходить на фестиваль, если даже вату по воде не пустишь? Тамитаки-сан жизнерадостным голосом нас поторопил. Пускать по реке вату внутренности? Я потряс головой, избавляясь от навязчивых жутких мыслей. Несколько раз Такано-сан столько грусти оборачивалась на Сайгуден. Все больше ни-ни. Ваше любопытство удовлетворено сполна, я полагаю. И не думайте. Скорее оно загорелось с новым жаром. Сегодня доказало, что все эти предположения правы. И дальнейший ход исследований значительно поменяется. Да уж, вот это упорство. Подобное упорство и любопытство в разумных пределах очень даже хорошая штука. Но не таких, конечно. Спускаясь по каменным ступеням, я заметил у реки бесчисленное людское скопление. Даже отсюда видно, как у подножия ступенек разрывает хлопок, отчитает молитву и спускает его на воду. Вот и кончился фестиваль. Эх, а мы пропустили все самое интересное из-за этого. Вот черт, не успел заснять лучшую часть вот на Гасе. О, еще не поздно. Я тоже пущу кораблик. Сфотографируйте меня. Такано-сан с игривым видом преклонилась перед лицом Тамитаки-сан. Тамитаки-сан по-мальчишечье засмущался. По-мужски его уважаю, такая женщина с ним. Свидимся, мы баракон. И шонся. Мы пойдем к реке. Хотите с нами? Нет. Не станем вас беспокоить. Приятно провести время. Шон помахал на прощание, состроив дьявольскую мину не хуже, чем у Такано-сан. Кажется, Тамитаки-сан хотелось, чтобы мы пошли вместе с ними. Ай, ну и ладно. Шон, вздохнув, потянулась и присела на ступеньку. Эхе-хе, устала. Да уж, сам притомился. Кейти, вот она гасили тебя первый раз? Иди, не беспокойся обо мне. Так устала, подожду, пока толпа разбредется. Верно. Если сейчас пойду, еще успею попасть на обряд пускания хлопка по реке. Да и сеструха-то с друзьями тебя заискались, небось. Иди. Ах, верно. Я же-то всех отстал, совсем запамятовал-то. Надеюсь, меня не ищут. Шон внезапно приняла озорной вид и прижала к губам указательный палец. Сеструха страшно ревнивая. Прознает, что я Китяна себя зацапала. Ой, что будет? Потому помалкивай о произошедшем сегодняшней ночью. Ладошки? Помалкивать о произошедшем сегодняшней ночью? Ох, как же зазорно звучит, а? Не в том смысле же. Ты ведь понимаешь, произошедшее с нами сегодня нужно хранить в тайне. Сегодня все-таки может ударить проклятие Айсера-сама, и мы для него. 4 самые подходящие цели. Внутри все опять напряглось. Однако Шон беспечно засмеялась. Ладно, пойду, пока сеструха меня не нашла. Зверски устала от сегодня. Сил не хватит с ней припираться.
Вот никак не пойму, Шион, близки вы с Мён или нет. О, мы в хороших отношениях. И все-таки неопределенное выражение на ее лице показывало, что быть сестрами, что быть сестрами-двойняшками не так-то просто. Ну тогда, конечно, верно. Их, в общем-то, нам не понять, другим людям. Я мало чего понимаю, сам ведь единственный ребенок в семье. Но вы это дружите? Но вы это дружите. Хорошо, но как-нибудь обойдусь без твоих подсказок. Что ж, я пошла. Кейтин, ты бы поторапливался. Вот Анагаси почти закончился. Шон поднялась и начала охлопывать пыль с ягодиц. Отношения выяснились, опять посмотрел вниз на ряд хлопковых корабликов. Тот уже подходил к завершению. И все-таки, что же это был за звук? Назойливый такой, пугающий. А? Какой такой звук? Ну, тот, бух-бух. Громкий такой, никак не смолкал. Шон пораженно на меня уставилась. Ну и я точно так же. Извини, Шион, но ты давай расскажи сначала не так быстро. Что за громкий звук? Ого, Китин, а ты не заметил? Ну вот, началось. Мы явно не на одном языке разговариваем. Шион, можешь нормально мне объяснить, о каком звуке речь? Китин, да быть не может. Неужели он совершенно тебя не беспокоил? Мы друг друга не понимаем. И не верим словам друг друга. Отвечаем вопросами на вопрос, ни одного разговора так и не получается. Совершенно запутавшись, едва сдерживаясь, чтобы не накричать, я спросил еще раз. Давай-ка я спрошу еще раз. Спрашиваю. Шон молча кивнула. Так вот, о каком звуке ты говорила? Бух-бух. Будто где-то вдали по деревянному полу скачет ребенок. Тебя действительно не беспокоило? Меня ничто не беспокоило. Ты когда его услыхала-то? Лично я ничего не слышал. Кетин, ты точно не шутишь? Посерьезневшую он приблизилась. Похоже, мой ответ ее не порадовал. Я совершенно ее не понимал, но в серьезном виде, что он читал что-то такое, от чего я по спине бежали мурашки. Недавно, где-то, когда мы с Такано-сан осматривали хранилище, тогда же, кажется, как Такано-сан стала рассказывать о старую сказку, тихое такое, но потом громче и громче, и чаще. Она слышала буханье, как будто где-то вдали ребенок скачет по деревянному полу. Да ты врешь, заканчивай меня пугать, блин. Я ничего такого не слышал. Да я вообще ничего не слышал, там гробовая тишина стояла. Такая, что аж весело журчание крови по собственному телу слыхать. Кейтин, да ты меня не пугай. Такой жуткий звук, словно бы кто-то подыгрывал жутко рассказывающий это Канасан. Я здорово перетрусила. Ну, у него, наверное, какие-то, не знаю, галлюцинации, что ли, может. От затылка к спине. В жилах застыл и потекла спять кровь. Вернулась к мозгу, тот хрупнул, заморозила его. Гостакана сам, казалось, вовсе не обращали внимания. Вот я и притворилась, что не слышу. Ну ты же слышал. Несколько раз особенно громко так бухнуло. За Шион умоляюще подвинулись. Ну скажи же, что слышал. Ну вот, мне почему-то хотелось сказать совсем другое. Ты чего, придуриваешься, что ли? Мы находились внутри Сайгудена и окруженные страшными обрядовыми принадлежностями не нашего мира. Слушали древнюю страшную сказку. И Шон, одна из всех нас, все время слышала звук. Что-то я не разберусь, кому тут следует содрогаться от страха. То ли мне, то ли Шион. Однако Шон, видимо, разобралась первой. А-ха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 . Ты чего? Попался, Кейтян. Я наврала. Набрала. Шон, смеясь, как дурная. Китян испугался. Постучала мне по спине. Что-то в ее смехе было натянутое и неестественное. Попрощавшись для приличия, она побежала прочь. Так, словно стремилась поскорее убежать. Мне оставалось только стоять столбом и смотреть ей вслед. Да уж. Не знаю, что с ней вдруг стало.
Шон со смехом призналась во вранье. Да только вот в России так ни к чему. Да. Вспомнилось, Томитаки-сан говорил недавно. Слышал, там кто-то прыгает. Бух-бух. Ой, беспокоюсь. Томитаки-сан самый сторонний человек из бывших там. И он говорил, что слышит. Значит, звук. Действительно, был? Бух-бух. Такой звук, будто где-то вдали ребенок скачет по деревянному полу. Ежегодно происходящее проклятие Сиросамы может произойти сегодня ночью. Его первой цели Такана-сан, Томитаки-сан, Шион, я. Страшно вдалеке рев толпы, страшно вблизи голоса ночных насекомых. Так близко людское тепло, но мне уже никогда к нему не вернуться. Такое нехорошее предчувствие меня мучило. Затем кто-то прыгнул мне на спину. Сердце взлетело в глотку. Петь, я тебя нашла же. Рикотян, дядь имен с Реной. А, нашелся таки. Осталось найти Сатока. Нынче летом все потерялись. На следующий год надо придумать, где собираться. Хау. Правильно. Если не все вместе, то это не фестиваль. Веселые слова Мён меня слегка пристыдили. Кейти, ты хорошенько попалил за меня на пляске. Ага. Ух, как болел-то. Ты до самого конца старался на отлично. Ни единой ошибки не сделаю. Что такое? Ого. Вот именно, Рика-чан. Такое вовсе не считается за ошибку. Сознав, какую ляпнул глупость, окаменел. Мён крепко хлопнул меня по плечу. Все тело разом покрылось потом. Кейтян, ты как? Получил хлопок, спустил его на воду? Ты ведь этого не сделал? Словно такой смысл она вложила слова. Что такое взгляды? Как будто догадался, что мы время. Что-то с нами не так. Что мы там лжем, что-то там скрываем. Лишившись всякой смелости, чтобы соврать, я вело потряс головой. А? Так это Кейтикон. Поспеши, пока не кончилось, а то кончится. И извините, первый фестиваль, видите ли, порядок слабовато знаю. И правда, прости. Мён взяла меня за руку, и мы пошли вниз, по лестнице. Эд, Кейтян, чего тебе? Шион видел? Сердце опять заколотило. Может, удары слышны Мён через ладонь, а? Да, видел, кажись. Хотя, может, видел тебя, может, и он-то. Да как ты мог обознаться-то? У нас одежды-то разные. Верно. Продолжительное молчание Мён все сильнее меня напрягало. И куда же Шон пошла? Ай, ладно уж, она-то небось как-нибудь сама справится. Мён улыбнулась привычной улыбкой, после чего побежала вниз по лестнице, крепко сжимая мою ладонь. Когда падшие цикады или Хигураси не на как ранее, 32-я серия, довольно большая, продолжение следует. Начало всех кошмаров второй главы нас скоро ожидает, мой юный подаван. И день закончился, отлично. Но подсказки, фух, наконец-то. Так, тетради 4. А вот Танагаси. Теперь в Танагаси всего лишь фестиваль, ежегодно проводимый в июне. Однако, если обратить взор на его истоки, обнаруживается кровавый обряд. Ну да, действие, в общем-то, новелла как раз проходит тоже в июне, в этом месяце. Бесконечный июнь, бесконечное лето сразу вспоминается. Там тоже в новелле наше русское, в общем-то, бесконечное лето. От студии к этому Совет Геймса. В общем, группа людей. Тоже там есть отсылка, в том числе и к данной новелле, в том числе. Там персонаж, в общем, намек на персонажа Рену в одном месте. В начале в Танагаси было обычаем, в котором через установленные промежутки в Аяси Росама благословлял нас жертву, которая затем ловила, расчленяла и впоследствии поедала по установленному порядку вся деревня. Порядок окутан множеством тайн. Ибо промежутки между проведениями обряда
весьма разнятся. Некоторые считают, что устанавливаются они по расположению небесных тел, но такое звучит недостаточно убедительно. Жители древней деревни Нигафути крепко веровали, что являются наполовину людьми, наполовину демонами, а потому считали себя высшими созданиями по отношению к человеку. Похищая и поедая людей, они просто доказывали свое вышестоящее положение в пищевой цепочке. Хотя это всего лишь догадка, но может быть в Ватангасе проводился в качестве выхода недовольству, когда внутри жителей деревни его скапливалось достаточно, что есть последствия пребывания в рамках закрытого сообщества, которое представляло собой деревня, и поэтому может быть считаться событием политического характера. Предположив, что проводился он именно для той цели, объяснить неравные промежутки легко. Так, из тетради пятая часть. О том, зачем нужно столько утвари. Точных описаний форм обрядовой утвари практически нет. Все ж таки она существовала на самом деле, и к тому же самое разнообразнейшее. По некоторым бумажным данным, всего лишь для фестиваля в Танагасе насчитывалось более 200 принадлежностей. Вопрос в том, на что надобно такое широкое разнообразие. Ну да, для чего это нужно? Суть обряда в Танагасе – демоны уносят, расчленяют и поедают жертву. Это было как бы древности, как мы слышали из этого рассказа Таканата. Сан. Конечно, необходимы приспособления для того, чтобы удерживать и расчленять жертву. Но все-таки 200 чересчур много, да, чересчур много. В основном усовершенствование приспособления направлено на некую цель. Как только цель достигается, нужда в дальнейших усовершенствованиях отпадает. И все-таки зачем тогда столько сделано? Со временем сменяются развлечения. Так и принадлежности развлечений совершенствуются со временем, изменяются. В отличие от обычных орудий, когда орудие развлечения достигает своего совершенства, оно приходит в тупик, становится ненужным, но зато может вполне породить несколько иных приспособлений и вновь пойти к следующей ступени совершенствования. Так можно ли сказать, что в ритуальной утвари во всех ее 200 разновидностях есть некое развлекательное значение? Само собой, это также догадка, но может быть, расчленение людей считалось потехой, зрелищем. Чтобы зрителям не приходилось зевать от скуки, главы трех великих родов изобретали одну новую, приглядную принадлежность для расчленения. За другой. Можно так считать. Нет сомнений, все они сложены в священном хранилище. До ночи хлопковых корабликов осталось совсем чуть-чуть. Хотя первоначальное значение утрачено, я готова раскрыть загадку Сайгудена в ночь захватывающего древнего обряда. В груди спирает дыхание. Не могу дождаться ночи в Танагасе. Все-таки это, видимо, какие-то записи кого-то. Если можно понять, в общем-то, по этим глаголам, сказала там, сделала, то есть она это женщина. Наверное, все-таки записи этой вот Такана Сан, которая, в общем-то, интересуется все этими вот вещами, преданиями, сказками и тому подобное. Это явно она, 100% ее записи. Ночь после фестиваля ночи. Фух, ладно, значит, мы хотя, конечно, закончим, я думаю, надо все-таки стоит. Время уже, блин, да уж, немало. Черт, фух, так. Последняя, конечно, подсказка. Сколько она продлится, конечно, не знаю. Ну, в общем, ладно, это место потом закончим, сохранимся. А, не сохраниться нельзя. Придется все-таки дочитать. Выйти-то не получится. Поздняя ночь полицейский участок окутала напряжение. Во всеобщем безмолвии многие поглядывают
попеременно то на часы, то на телефон. Часы идут медленно и удушливо. Кумагай-кун побежал в комнату вместе с еще одним парнем. «Аиси-сан, вскрытие началось, и дед приехал только что. И готов. Сейчас еду в Гифу. Кума-тян, там стало несколько сложнее. Тело, говорят, в таком состоянии, что его черта с два опознаешь. Неужели расчленено? Неужели расчленено? Нет-нет. Славно поджарено до хрустящей корочки. Звучит шутливо, но значение слов тяжело. Ребята устало вздохнули. С макушки до пят? Угу. Прожарено с толком. Вонище должно быть адовое. Сочувствую парням из Гифу. А личных вещей нема, труп сгорел. Помимо того, за пределами префектуры. В худшем случае опознание тела отнимет неделю. Да уж. Нам крупно повезет, если удастся распознать его в течение суток. А сейчас Камияма-кун со своими наведывается ко всем зубным врачам Акиномии. Пожалуй, иного способа познать, кроме того, как по зубам, нет. Извиняюсь. Может кто-нибудь пойти да купить мне пару пачек самого мягкого? Один из молодых откликнулся, вскочил и выбежал в коридор. Но теперь-то мы сумели отыскать тело. Быть может, и всех остальных пропавших просто-напросто выкинули так вот из префектуры. Тогда почему бы их не похоронить, а? Вяжешь груз, накидаешь куда-нибудь в Степонское море или там озеро Бива. Но смысл-то? Порядок ведь один погибает, а один пропадает без вести. Кума-тян, жертвой жарили бочки без каких-либо удерживающих приспособлений, помнишь? Скорее всего, ее сожгли уже после убийства. Что интересно, вот жертвой жарили бочки. Чуть даже сразу вспомнился один там сериал, в общем-то, который показывают там то ли по пятому каналу, то ли по еще какому-то, который называется «След». «След» сериал такой называется. И там, по-моему, в общем-то, в одной серии, по-моему, тоже так же это, какого там, в общем-то, старика, что ли, изжарили бочки. Сразу вспомнился сюжет одной из серий этого сериала «След». Ладно, в общем, с расчетом на то, что ее могут найти. Значит, нынешним летом исчезновение проводить не собирались, что ли? Чем говорить, что исчезновение проводить не собирались? Я бы предположил нечто совсем иное. Забудь об исчезновении. От нас едва ли не требуют, чтобы мы ту бочку нашли. Хотите сказать, что нас в него ткнули носом? Сложив руки, Аиси-сан выпустил долгий вздох, уже давно копившийся в легких. Нашли бы труп в городе, и можно было бы сказать и так. Но тело утащили в дальнюю даль, чтобы там его сжечь. Его могли в худшем случае не найти. Хотели бы нас ткнуть носом, так сожгли бы поближе к Хинмидзаве. Убийство хотели выставить на показ, но из такой дали зрелище могут и не увидеть. Так выставить на показ или спрятать? И что же нынче придумалось, Аисира-сама? Телефонный звонок разорвал тишину. Ближайший сотрудник схватил трубку. Аиси-сан, от Камияма-сана. Получилось. Жертвы лечили зубы мудрости в Окиномийской зубной клинике 3 года назад. Запись. Да, с рентгеновским снимком. Эх, да уж, придется просить прощения у зубного врача за подъем в такую рань. Кума-тян, как только получишь запись от Камияма-куна, сразу же уезжай. Так точно. А начальник отдела? Доброй ночи. Простите за опоздание, Аиси-сан. Обстановка? Наконец-таки становится не скучно. Я весь горю. О-о-о. В общем, конец заметки, отлично. Ночь после фестиваля. В общем, видимо, нашли очередную жертву в день в Ватанагасе, в ночь на Ватанагасе. В очередной уже год. Но это, мне кажется, я уже догадываюсь, кто это будет. Как в прошлой главе, так же, так и в этой. 100%.
Так, ну последнее, в общем-то, по заметке переводчика. День 8 почитаем уж напоследок и закончим серию. Отведать. В японском языке слово «есть», то есть «поедать», весьма двусмысленно. Точное определение в данном случае – это «отведать плоти», а это можно понять по-всякому. Так-то, братцы, теперь вы знаете, зачем Кейти понадобилась объемная фотография для китян. Ну да, не очень хорошем смысле, пошлом. Пошлом смысле, зараза. Якисоба – жирное блюдо, пошедшее от китайской жареной лапши. Жареная пшеничная лапша с гарниром из мелких кусочков, бекона, капусты, лука, морковки, а также других овощей. Приправляется особым соусом якисоба, иногда посыпается измельченными водорослями, соленым имбирем, кусочками рыбы, поливается майонезом. Ох, вкуснятина. Такояки, еще одна вкуснятина. Дешевое фестивальное угощение, впервые появившееся в Осаке. Состоит из шарика теста и кусочка осьминога. Посыпается наструганной рыбой, поливается майонезом и соусом. Подается продолговатой тарелке, также известной как тарелка-лодочка. Насаживается на зубочистку или какую тонкую палочку, а затем поедается. Красный имбирь. Соленый имбирь Бенни Сёга настругивается крупной стружкой, топится в сливочном масле, в сливочном уксусе Умэдзо. Красный цвет ему продает масло периллы, растение такое. Используется в качестве посыпки для различных блюд. Акаси. Название пролива между островами Хансю и Авадзи. Соединяет Харимское море и Осакский залив. Хотя вряд ли сие названия о чем-то говорят читателю. Тамошний осьминог известен за свои толстые и мясистые щупальца, которые у него развелись для того, чтобы бороться с мощным течением пролива. Как уже упомянуто, такояки появились в Осаке, поэтому лишь осьминоги, пойманные в Акасе, считаются кодами для убиения на такояки. Помимо того, через пролив перекинут рекордной высоты и длины мост, который отличается своей убыточностью для всех. И для автомобилистов, и для правительства, и для строителей. Продавцы жабьего масла. Японский синоним шарлатана, продавца поддельных чудо-лекарств. Своим происхождением обязан двурогой горе Цукуба. Стоявшие на ней продавцы жабьего масла расхваливали его как чудесную мазь. Что-то сразу вспоминается этот после этого упоминания жабьего масла. Это аниме Наруто. Там, помнится, был этот жабий мастер. Как там называли его? Жабий мастер Санин. Этот Джирайя. Что-то сразу вспомнился. Не знаю. Вот. После этого прочтения. Жабьего масла продавцы расхваливали его как чудесную мазь от всех ран. Чему очень способствовала напряженная обстановка эпохи Эда. Доверчивым покупателям сперва доказывалось острота режущего холодного оружия путем разрубания многократного сложенного пополам листа бумаги. Затем данным клинком продавец себя резал. Ну и какой-то камикадзе, что ли. После того, хотя что удивляться, японцы камикадзе. После того на рану намазалось жабье масло, и текущая из пореза кровь чудесным образом останавливалась. Единственным, пожалуй, действием было так называемое плацебо, в переводе на нормальный русский язык, вера в то, что лекарство подействует. Как ни странно, жабье масло на той горе продают и по сю пору, на декабрь года 2012 по григорианскому календарю. Да ладно. Абрикосовые леденцы. Анзум амы. Сладости, схожие с чупсами. Основой выступает абрикосовый, как можно понять, из названия уксус, а также водяные конфеты. Мидзу амы. Крахмальный сироп, крахмал, превращающийся после засахаривания в прозрачную вязкую жидкость. Процесс приготовления мало чем отличается от приготовления других леденцов. Штука весьма вкусная. Не пробовали? Окономияки.
Название блюда можно перевести как «поджарим, что пожелаете». Собственно, дальнейшее пояснение ни к чему. Хрустящие палочки. Танкасу или агедама – продукт, весьма похожий на кукурузные палочки, только получающиеся из жареной муки. Еще больше, правда, напоминает высушенные макароны. Кроме того, вместо сушки агедама обжаривается, как делают стеклянные макароны. Для производства токоротена, желатиновых макарон, используется тенцуки – деревянная квадратная трубка, оканчивающаяся ситечком. А внутрь кладется желатин. Благодаря своей вязкости через ситечко так сразу он не проходит. Со свободного конца в трубку всовывается инструмент, похожий по внешнему виду на киянку с длинной ручкой, и давит. Хэйян. Период культурного расцвета Японии породил множество произведений искусства. Длился с 794 года по 1185 год нашей эры. Персиковый мальчик. Японский сказочный герой Момотара. По сюжету подобный целой деревне героев из наших сказок. Его нашли персики. Почему и нарекли Момотара персиковым мальчиком? Понятно. Ну а кто такой Супермен? Сегодня, к сожалению, знает почти любой. Ну, естественно, комиксы DC. Персонаж. Красные демоны, синие демоны. Японцы считали, что демоны бывают всего двух цветов кожи – красный и синий. Потому и есть у них сказка «Красный демон» и «Синий демон», а не какой-нибудь оранжевый демон и фиолетовый демон. Фиолетовый черт. Но учебник анатомии. Также известен по названием «Кайтай Синсё». Первый японский учебник по анатомии 1774 год, представлявший собой перевод голландско-немецких анатомических таблиц. Темные века Средневековья. Несу ясность. Темные века – период в истории Средневековья, также известный как Раннее Средневековье, длившийся с 6 по 9 века, по 10 века. Однако печально прославленные охоты на ведьм длились вплоть до конца 17 века. Ну а европейские обычаи потомки варваров, что ты еще скажешь, считать прилюдные казни веселым зрелищем, сохранился кое-где вплоть до 20 даже века. Таковы обычаи прекрасной Европы, в кавычках. Ну да, прекрасная Европа. Национальная парламентская библиотека. Единственная национальная библиотека в Японии. Сходна с нашей библиотекой имени Ленина, но несколько уступает по размерам ей по размерам собрания. Озеро Бива. Крупнейшее пресноводное озеро Японии, расположенное на главном ее острове Хансю. В озеро впадают 400 рек. Вытекает одна Йода. Йода. Все сразу вспоминается этот. Звездных войн этот. Джедай. Да как мы звали? Мастер Йода. Йода, она же Сёта. Природное водохранилище города Киото. Третье по старшинству озеро мира. Первое это Байкал. Второе Танганьика. Ну, третье вот как раз этот Йода японская. Все. Отлично. Закончились наши, в общем-то, заметки переводчика, день восьмой. И, в общем-то, так-то можно сказать, что прошли половину главы второй. Дальше уже начнется самое жуткое. Как мы уже понимаем из этих вот подсказок, последней подсказки, что все началось, в общем-то, это мистическая вещь в этой данной новелле. Жуткие, ужасные, невообразимые вещи. А что дальше случится, мы узнаем в следующей серии. На этом данную серию большую закончим. Пока что самую большую серию в моем прохождении данного, в общем-то, визуального волка до пачи Цикады или Хигураси Нинаку Карани. 32-я серия заканчивается. Увидимся в 33-й серии. Дальше будет еще интереснее. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи. До скорых встреч. И всем пока. До скорых встреч. Играйте только хорошие игры. Всем пока. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star.